Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня десяточка, как обычно, и мы трешуем. Забрал я скины. Вот такие вот плюшечки. Забрать все. Забрали мы плюшки. Также забрал за 1 бакс 2 нижних скина с этого, с хрустального сундука. Хрустальный вот такой вот, я его на основе буду весь забирать и прокачивать. Две розы дают, нифига себе. И прокачивать новую тридцатку. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, прокачаем наши скины. Так, есть у нас еще время на уголь. А, тут 47%, отлично. Такс, 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 такс. Рекс, фекс, пекс. Поехали качать. Тыковка у нас будет, отлично. Так, докачиваем Plant Warrior до десяточки. Супер. Так, этот у нас нету. Десятка, десятка. Пайка максимальная. Так, стрелок готов, но без готов. Ну, тут классно то, что все скины сразу же. Есть возможность на десятку качнуть. Какашки мы с вами взяли пару видосов назад. Так, не понял. А, они у вас вот-вот в начале. Так, отлично. Прокачиваем Ронина. Ну, хотя, в принципе, Ронина можно было бы и не качать, но все-таки прибавка к жизни. Немного, конечно, но все равно. Хорошо. Так, Арктика. Тыковка. Вот тыковка вообще отлично. У тыковки прирост. По жизни неплохой будет. 60 тысяч. Все, это лишнее. Так, окей. Что у нас еще интересного есть? Теперь можно и коробочки пооткрывать. Есть кому что ставить. Так, хорошо, Фрейка. У нас для прокачки есть. На ворже я бы, конечно, еще скин. Ну, на тыковку я не знаю. На тыковку, как по мне, больше ничего не надо лепить. Так, Арктика. Где наша Арктика? Вот на Арктику можно. Ронина, в принципе, тоже. Такое себе на Хрона можно. Давайте, кстати, Хрона сделаем. Пооткрываем сейчас. Кто-то писал там, читал. Не прокачал. У меня два хранителя. Один с десяткой, второй у нас просто открыт. Случайно открыли. Поэтому я одного оставил. Так, что-то не понял. Это Берс, наверное, так выпал. Разброс. Можно, в принципе, попробовать на Арктику поставить. Ой. Тут лучше этот талант, если мы будем бегать на Архе. Такс, такс, такс. Кто у нас тут еще такой интересный есть? Вроде, казалось бы, достали дофига скинов, и фиг его знает, кому что ставить. Влада Дракулы у нас нет. Так, стрелок. Ладно, давайте. Не жалко на Арктику, пусть будет пока тут. Мало ли не выпадет. В принципе, разброс нам не особо и нужен. Тыковки без понтова. То чувство, когда выпадают таланты, и ты не знаешь, кому их ставить. Потому что это печально все.
Бум-бум-бум-бум-бум. Так хрен его знает. Ладно, поставим на Ронина. Честно говорю, что даже не знаю. Сейчас будем открывать дальше. Может, что-то интересное будет. Так, поставим Бога войны. Ожива. Это хорошо. Ожива. Это очень хорошо. Ожива у нас вот отсюда пойдет одна. Да блин, ну куда столько стойкости? Ну нафига мне вот это вот? Какую фиг дают? Так, вольт. Блин, вот знаете, бог войны падает и довольно-таки часто падает в последнее время. Так. Есть, отличненько. Это то, что мне надо. Так. Так, 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 так. Не спешим, не спешим. Так, медузка у нас есть, афинка. А, дерево у нас уже есть с ремочкой. Ремочная тыква нам не нужна. Купидон есть. Так, сердцеедка нам тоже не нужна. В принципе, бигфут не нужен. Сетнушка, Арктика, Арктика, Арктика под вопросом. Да, поставим пока Арктику сюда. Пока поставлю так. Почему, потом вам расскажу. Так, ракушка. Нафиг не надо. Замедление. Поставим пока сюда. Так, бог войны. Ожог. Да что за фигня? Вот посмотрите, какая лажа падает нам. СУ. Перс. Просто жесть, ребят. Аж бесит. Поехали, пооткрываем карточки. Так, ну тут повторки у нас выпали. Это, в принципе, хорошо. Бум, 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 опять. Куча героев у нас уже есть. Нам был новый герой, что ли. Гарпия. А вот, кстати, гарпия у нас есть, нету? Бум, 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 отличненько. Плюс один новый герой, гарпия. Смотрите, как по чуть-чуть мы уже собираем. Поехали, открываем. И, кстати, можем купить еще, сейчас мы докупим героев, которых нам не хватает, чтобы мы просто зря не тратили. У нас же дофига кагашек есть. Чем мы паримся? Такс. Душегуб нету. Друид нету. Смерть нету. Так вот, ребят, мы сделали вот так вот. Это, конечно, возможно, там многие скажут, нафига, но когда у тебя куча кагашек, ты можешь себя не ограничивать, тем более повторки у нас однозначно будут. Скиллы у нас есть чем качать. Такс, 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 кого мы там еще взяли? Друида. И смерть. Отлично. Шестьдесят семь. Ну, у нас все меньше и меньше, знаете, таких героев, которые нужны будут. Лазулю мы дособираем. Ну, есть еще кого, конечно, получать. Одера Гаргула мы тоже, в принципе, получим. Так. Хорошо.
Поехали. Смотрим, что тут у нас. Так, утекание. Ну, можно, в принципе, на смерть поставить. Теперь хоть приятнее тратить коробки. И разброс будет куда поставить. Так, бастион. Бастион определим сюда. Огненка. Это интересно. Так, тут вкачанная. Тут тоже есть огненка. Огненка, я вам скажу, мне очень понравилась. Так, с дерева. Варлок. С водушкой. Дракон. Так, берс. Ну, берс это немножко не то, пока поставим. Ничего себе, у нас душек выпал. Вы видали такое? Так, тут замедление. Замедление поставим сюда пока временно. Еще один бастион. Можно, в принципе, на смерть поставить. С бастом она будет поярче, чем с утеканием, согласитесь. Бум, еще одно замедление. Так, хорошо, успешно мы с вами потратили 38, 40, плюс 40 штук. Ну, такое себе. Успешно мы с вами потратили свои расходники. Поехали, пробежимся еще сейчас по акциям и немножко поднимем силушку. Так, хрустальный я вам показывал, спринг. Тут даже нечего бегать, в принципе. Так, что у нас по ресурсам? Угу, у нас нечем качать, отлично. Значит, надо будет ждать следующих сундучков. Хорошо. Ну что, поехали. Сразу же так попробуем побегать. Интересно посмотреть драконами. До куда драконы смогут дойти? Я думаю, недалеко. Потому что они хоть они и вкачанные, но это немножко не то. Ну, пока тащат. Пятая волна, ребят. Ну и все, походу. До демона дошли и дальше. Атас. Все. Ну вот видите, все-таки 20 уровень это потолок. Ну хотя кто-то еще держится. 5 миллионов. Вот так вот такой вот результат у нас здесь. Поехали, вторая попыточка. Блин, вот связка мне их не нравится. Надо еще выбивать лазулю сюда. И пробовать... 6 рыл. Многие спрашивают, почему я их не качаю. А зачем их качать? Они и так классно смотрятся. Качать будет уже новый хозяин. Ну, 5 миллионов это потолок. Так, окей. Собрать мы не можем. Яички забрали. Так, поехали. Фрея. Выставляем мега-героев. Так, Бигфут, Вольт, Арктика, Рон. Как думаете, затащим хотя бы первого? Конечно же нет. Андрил. Я даже не знаю, как тут без донаты. Ну, в принципе, прокачанные без донаты нормально, думаю, бегают. Но это печально все. Такс. Окей.
халявных 25. Так, тут понятно, мы ничего сделать не можем. Все очень печально. Ну, в общем, вот так вот, ребят, такой трэш, не знаю, показал я вам, какие скины мы получили, немножко пораставляли талантики, то есть ждем следующих акций, которые уже будут, будут более интересны, я надеюсь, вот типа вот такого вот сундучки, вот мне очень нравится их открывать и, соответственно, оттуда получать хорошие паки. Есть, конечно, интересная тема, вот, кстати, молоты продают, но мы еще те не использовали. Будем по чуть-чуть качать, пишите, что вы хотите увидеть на аккаунте в комментах, чтобы я видел, что делать, что большинству вам нравится, то есть, что вы хотите увидеть, там какие-то прокачки мега, не знаю. Так, а что у нас? А ну, кстати, давайте посмотрим, что у нас. О, мы можем 14 героев апнуть. Поехали. Давайте сразу сейчас откроем кулачки. Сколько у нас там восьмых? Четырнадцать. Так, давайте посмотрим, кому мы будем качать. А, тут, в принципе, можно и не качать. Черепа, думаю, можно качнуть. Отлично. Так, есть. Так, не будем тратить на десятку. А, укротителя качать смысла нет. Леди Лео качаем однозначно. Так, это пока не трогаем. Тут качаем. Так, Рину есть. Фрэнки пока не трогаем. Бигфутика докачиваем. Так, тут восьмерка, седнушка, девятку. Ну, такое можно. Тут тоже прокачанное. Тут не трогаем. Тут ремку можно качнуть. Арктики. Так, Анубис у нас готов. Тут мы просто поменяли. Стрелка качаем однозначно. Рона тоже можно поднять. Сейчас мы еще поразворачиваем вторые. Так. Тут тоже восьмерку качнем. Вот видите, потратили разбросы. Можно было душеку вцепить. Так, смотрим теперь, что у нас по скинам. А, кстати. Вот смотрите, как удачно. Чем мы паримся, ребята? У нас же тут есть таланты еще. Так. Десятка есть. Дальше. Кого такого интересного нам еще можно качнуть? Давайте посмотрим, что там у нас есть по талантам. Интересное исцеление, выживание, пакт. Так, Фрейка. Фрейка Баст. Бигфутик. Вроде казалось бы, так дофига всего есть, но с другой стороны понимаю, что надо больше скинов. Да будет больше возможностей у нас. Так, отлично. Этого мы тоже сделали. Так, Хрон. Делаем Хрона. Аккаунт огненок будет. Так, ну можно, думаю, смерть тоже баст подкачать ей. Пусть будет. Все равно мы пока к ней возвращаться не будем. Так. Тут тоже качнем.
Так, Ронин, понятно все. Давайте, в принципе, и Фрэнка тоже можно заапгрейдить до следующего левела. Пока скин не получим. Так, отлично, надо будет еще рунку на Вольта. Так, Тесса Рину есть, малышник есть. Тут тоже качаем. С Бастом она будет более такая универсальная. Так, что у нас уже не хватает? И хотя бы есть куда тратить улочки. Так, ремки сюда надо, надо сюда. Пак будет тоже. В принципе, не хочу пока открывать, мы варлока все равно не используем. А жива нам нужна будет на дерево, но надо скин. Скин на дерево надо словить. Так, огник ворожей. Тоже нужен скин. Так, в принципе, вроде более-менее мы с вами подкачались. 72 тысячи у нас уже. Все, ждем следующей акции. Пишите комменты, лайки, репостики. Все дела. Всем удачи, всем пока.